Для команды КВН «Не золотая молодежь», клуб веселых и находчивых, это прежде всего клуб. Вчера себе ухо проколол. Да ты теперь стильный. Чё? Анатолий, истинный москвич, до сих пор думает, что апельсин — это колобок с целлюлитом. Значит, рецепт этого коктейля очень прост. Берете клинское, смешиваете с пивом. Дмитрий, лидер команды, приехал в Москву из Санкт-Петербурга и, знаете, как-то вот так сразу стал лидером команды. Так, Гарри. У кого ключи от гримерки? Гарри, что? Так, тихо, тихо, только ничего не говорите. Только что из налоговой, сейчас переоденусь. Так, теперь информация для тех, кому это надо. Те, кому это надо, меня поймут. Первое. Для игры в эротический тетрис нужно нажать F8. Второе. Невозможно одновременно играть в эротический тетрис и ставить оценки за приветствие. Да, и еще. Москва, давайте без пафоса. Ну без пафоса, так без пафоса. Толик, а при чем тут Рязань? Сами просили без пафоса. И что? А Москва без пафоса, Лёша, это Рязань. Да ладно вам! Пойдемте лучше завтра на Киркорова, а? Не-не, я не пойду. Лёха, пойдем на Киркорова. Не-не, у меня ни лицензии, ни ружья, как? Так, вот ключи от гримерки. Гарик, только ничего не говорите. В военкомат иду. Реклама на Первом канале. Вчера министр финансов России зашел в ювелирный магазин. Так, девушка, мне все, что осталось. Все, золото, бриллианты, все складывайте. Ой-ой-ой, а что случилось? Ничего не случилось, завтра в новостях узнаете. Складывайте быстрее. А сейчас хит-парад песен о Москве. И на третьем месте «Московская правдивая». Жили у бабуси, а прописаны в Ереване. На втором месте песенка про Ауди. А я хочу опять. Нету опять, есть А6 или А8. И, наконец, лидер хит-парада Василий Шандыбин с песней про свою прическу. Я теряю. Вот все почему-то ругают пробки на московских дорогах. А вы думаете, на московских тротуарах дела обстоят лучше? Ой, опять шнурки развязались. Вчера ж менял только. Что ж ты будешь делать так? Что же такое? Чуть не врезался, а? Что это? Что это? Кто тебя ходить учил? Как хожу, так и хочу. Что? Ой, мама! Вы мне юбку помяли! Меня муж тебе...
здесь вот шел и не хотел. Ген отсвали, мы так в аэропорт опоздаем. А можно как-нибудь? Сотку накинь, через скверик пойдем. Давай. Одноименному роману «Иван Дурак». Hi, my name is Forrest Gump. Здравствуйте, меня зовут Форрест. I'm gonna tell a big story about my life, but my special thing. А можно иностранца убрать? Он мне мешает рассказывать. Пока все правильно, я Форрест Гамп. Я вам расскажу о самом тяжелом этапе своей жизни. Я не мог ходить, с трудом разговаривал, не понимал, что происходит вокруг меня. Но потом мне исполнился год и забрезжила надежда. Я помню, как-то родители забыли забрать меня из детского садика. Это были нелегкие 5 лет в моей жизни. Но тем не менее, свой первый шок я испытал на концерте Надежды Кадышевой. На концерте Надежды Кадышевой и группы Red Hot Chili Peppers. Стоп! Что вы играете? Здравствуйте. Так, кто из вас Red Hot Chili Peppers? А, вы все Red Hot. Ну, замечательно. А я Надежда Кадышева. Oh, crazy bro. Что? А, знаете меня? Ну, естественно. Так, давайте договоримся сразу, да? Вы и я — это абсолютно разный уровень. Ну, это понятно. Поэтому, что я от вас хочу? Ну, давайте любую мою, да? Ну, хотя бы вот эту вот. Та-ти-три-та-та-та-ти-та-ти-та-та. И... Так, стоп. Так, хорошо. Вот вас как зовут? Дэс! Ага, Денис. Замечательно. Но это просто замечательно, Денис. У меня в ансамбле тоже один Денис есть. Ну, правда, его Андрей зовут. Но, между прочим, он, товарищи, вот такой вот мужик. Дениску в 3 часа ночи разбуди, он худо-бедно, но... А вы расписались под хохлому, а толку? Тьфу. Они больше на накейше на коже бы. Тем более. Так, вот смотри. Ты как играешь? Ты играешь, значит, вот. О! Это ты вот так вот играешь? Кошмар какой, не подходи к этому инструменту, боль, это не твое. Так, иди сюда, давай сюда. Сейчас я тебе все покажу, давай. Вот смотри.
давай сам. Давай. Вот. Молодчинка. Умничка. Только та-ти-та-ри-та-та-та-ти-та-ти-та-та. It's for my music. No! No, та-ти-та! Ти-та-та! Ну, конечно. Конечно, получится. Дорогой ты мой человек-паук. А ну-ка, ребята, давайте все вместе. Вы свою лабуду, а я свое волшебное. Та-ти-три-та-та-та-ти-та-ти-та-та. Девки в озере купались и нашли PlayStation. Люли, 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 люли. Californication. Давайте, бабочки! Мужиков там нету, только кофе, ананейшн. Шли годы, мне исполнилось 18. Я узнал, что армии нужны крепкие и здоровые парни. Поэтому я не пошел. Между прочим, в те годы это еще ни о чем не говорило. А потом моему папе предложили работу на севере, в Алтуфьево. И мы с мамой остались одни на целый вечер. И именно тогда, не знаю почему, но именно тогда я взял гитару и стал играть. У меня ничего не получилось, и я записался в школу игры на гитаре. Выстроились все. Начинаем урок. Все в классе? Да. Замечательно. Ты, Восова, здесь? Здесь. Прекрасно. Так, ну с кого начнем? Давай, давай с тебя, иди сюда. Фамилия? Ты, Восова. Прекрасно. Так, значит, хорошо, хорошо. Что мне нужно? Что я тебе задавал на дом? Я должна была выучить песню «Не вешать нос гардемарины» из кинофильма «Не вешать нос гардемарины». Прекрасно, все слушаем Ты, Восову. Поехали. Не вешать нос гардемарины, дурна ли жизнь, иль хороша, единый парус и душа, единый парус. Так, все, Ты, Восову, хватит. Хватит разрушать мне мозг. Все. Так, Ты, Восову, я сейчас играю ту же самую песню. Ты смотришь, понятно? Так. Не вешать нос. Секунду! Не вешать нос. Подожди! Не вешать нос. Секунду! Не вешать нос. Не вешать нос! Все, все, подобрал, поехали. И вот здесь вот, не вешать нос! Гардемарины, дурна ли жизнь, хороша, но на парусы душа, единый парусы душа, да, судьба и родина, запоминай того сова. Дины, вот именно Дины, ребята, не Димы, а Дины, понятно? Это акцент. Так, того сова, теперь ты поешь, я играю, поехали. Не вешает нос гардемарины. Все, того сова, ты уже не попала. Все. Так, давай. Давай еще раз, Ты, Восова. Еще раз. Не вешает нос гардемарины, дурна ли жизнь. Ну куда ты лезешь, Ты, Восова? Ну что ты со мной делаешь, Ты, Восова? Ты музыку слышишь или нет? Ты, Восова! Все, Ты, Восова, все понятно. 4. Хорошо. Так, где мой любимый Сорокин? Здесь. Так, прекрасно. Фамилия? Сорокин. Отлично.
Так, Сорокин, что я тебе задавал? Вы мне задавали группу «Металлика», ну, в общем, как вы мне и показывали. Вот. Давайте, прекрасно, все слушаем. Тихо там! Сорокин, молодец. Вот «Металлика». Молодец. Все, Сорокин, спасибо. Все, Сорокин. А чертяка что делает со мной, а? Продолжай, Сорокин, продолжай. И на буре, буре давай. Первое буре, второе буре. Осторожно, пальцами в дырку не попади. Давай. И до мажор. Фа-манор. И я теперь вместе с тобой со второй жирной струны. И все вместе. Не вешать нос. Молодцы, ребята. Гардемарин. Отлично. Тут на лежи. Всем пять, всем пять. Не хорошо. А сейчас... А сейчас я бы хотел, чтобы в зале стали те, кто ни разу не... Мистер Форест говорит, что жизнь, она как коробка конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. А весна? А весна, она как бесплатная газета. Хочешь, не хочешь, она все равно приходит. А Москва? А Москва, она как любовь. И точка. Да теперь решено без возврата не покину родные края. Уж не будет листвой крылатой надо мною звенеть тополя. Говорят, что большая деревня очень модно столицу ругать. Уважайте мой город древний, я готов вам его показать. Я люблю этот город пафосный, по ночам миллионы огней. И Кремлевская башня с курантами мне любых небоскребов родней. И Москвой я привык гордиться, и везде повторяю слова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Легенда гласит, что 300 лет назад тендер на строительство Петербурга выиграла одна московская компания. Долгорукий! Па! Петр Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте, Юрий Михайлович! Здравствуйте! А, ну что же, какими судьбами? Город хочу построить на болотах! А назову его своим именем Санкт-Петербург. Что-то вы как-то нескромно, Петр Алексеевич, я не знаю. Назовите Бывшеболотинск. Окно в Европинск. Там рядом с Финляндевск, наконец. Кстати, от болот испарения есть? Есть. О, Химки назовите. Не хочу. Ну ладно, название хорошее, не залежится, городов полно. А вот вам мод мы город строить не будем.
Ах так? Михаил Илларионович, ну-ка, будь сюда и будь. Готов уже, красавец, жди сигнала. Ах так? Господин Церетели, ну вы знаете, что делать. Что такое? Ну, ладно. Построим мы вам город. Как говорится, есть одна большая деревня. Тут и маленькая будет. Ай, лиса! День рождения тебе, столица! Все в городе давным-давно богат. Тем за уши мы Питер 300 раз. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. Тебя культурная столица России! Стоп! Я не согласен, что Питер это культурная столица. Судите сами, в Москве, в Ростовске. Образцова! Пугачева! Киркоров! Губин! Укупник! Децл! Салтыкова! Я согласен, что Питер культурная столица России. А у нас реклама! Смотрите, киносенсации сезона. Ради этой роли Владимир Машков отказался от 20-миллионного контракта в Голливуде. Идиот на телеканале «Россия». Здравствуйте! Я представляю вам новый пояс Gym Fitness, который при помощи электрических импульсов избавит вас от целлюлита и нарастит мышцы. Итак, включаем. Вот видите, теперь вам абсолютно не нужно ходить в тренажерный зал. Абсолютно неважно, работаете вы или отдыхаете. Его также можно надеть на ногу. Смотри, Gym Fitness, боже, где он выключается? Помогите! Gym Fitness! Ну. А правительственный банкет в Петербурге был в самом разгаре. Пум, пупи, джим, пупи, роп, а пупи, ропера, пупи, ауа. I can't you still, everybody gonna turn around. Come on, everybody, let my big, come on, come on, let my big, come on, everybody, let my big. Спасибо, come on. Спасибо. Спасибо королеве Великобритании. За это искрометное поздравление. Теперь слово канцлеру Германии. Москва из die Hauptstadt von des Landes mit 8 Millionen war die größte Stadt Russlands. Aber Petersburg war vor 200 Hauptstadt. Спасибо, Герхард, за эти теплые слова. С днем рождения, Петербург. Мистер Блэр. Hello, hello. Happy birthday to St. Petersburg, and this is for you, the best present in the world, the best you've ever seen. Es ist kalt über alle Schnee, alles ist weiß, der Winter ist da, der Winter ist da. Die Kinder sind schön zu laufen. Ja, ja. Sehr gut. Ja. То есть, мистер Блэр, вы утверждаете, что это самый лучший подарок в мире. The best in the world, the best you've ever seen, the best. Что же, посмотрим. Волнительно. Good. Sehr gut. Это действительно самый лучший подарок в мире. Самый лучший подарок в мире. Спасибо. Здравствуйте, Борис Абрамович. Ну что же, а теперь то скажет президент России. Я. Говорят, что Москва и Санкт-Петербург часто в чем-то соперничают. Ерунда. Судите сами, как старший брат может соперничать с младшим. С днем рождения, братишка. Брат мой, у тебя сегодня день рождения. Извини, что снова далеко я, но и врозь всегда мы вместе, ты моя кровь, брат мой. Ты весной рожден, а я осенний, никогда мне не найти покоя, потому вот я бываю резок порой, брат мой.
ставь на стол, тебе не светит. Старший должен быть всегда немного сильней. Ты приснись мне этой ночью, маленький брат. Для кого-то Питер, а кому Ленинград. Годы мчатся быстро, и вот тебе за 300, а все как будто было вчера. Дорогие дамы и господа, мы начинаем наше новое музыкальное юмористическое шоу «Крутятся бабки». Веду это шоу я, Игорь Харламов, а мешает его вести, как сами видите, вот этот вот джаз-бенд под экзотическим названием «Музыкальные гигантского кальмара». Вот такое вот название у ребят. Ну что же, сегодня в программе чудеса техники. Лифт-насильник держал в страхе весь подъезд. Дожили! Пенсионерка из Долговпилса живет в Латвии с 1740 года. И, наконец, смерть питомца. Змея укусила Дроздова и умерла. Но сейчас не об этом. Игорь Юрьевич, а папа сказал, что я буду петь в вашем шоу. Кто сказал? Папа. А, Тевосова. Да. Замечательно, прекрасно, здравствуйте. Дамы и господа, сейчас Дианочка споет всем известную песню. Кстати, любимая песня вашего папы. Песня группы Би. Группа Битлз. Песня Yesterday. Песня написана... Так, хорошо. В каком году написана песня? На эту сумму мы с вами договаривались. 5000? Без учета продюсера. 1974 рубля. Да, доллара. Прекрасно. Слушаем Диану. Давай, пожалуйста. Стоп. Так, Тевосова, в чем дело? Ну, как там было? Ну, yes. Yes. Как сегодня будет? Today. Today. Yes, today. Yes, today. О, какой месяц был недавно? My. All my. All my. Что в машине такое? Трамблер. All my трамблер. Мультик. Симпсоны. All my трамблер, Симпсоны. So far. Far away. Away. Да? Ну, как там? И по почке. Ой, больно, блин. И что, in yes today. Замечательно. Прекрасно. Песня написана. Ладно. Кем написана песня? Джордж. Клуни. Нет. Джордж Харя. Харя Спит. Харрисон. Джордж Харрисон. Джордж Харрисон. Харрисон. Пол. Грязный. Пол Грязный. Пол Мака. Макака. Пол Маккартни. Пол Маккартни. Маккартни. Так, Ринго. Макака. Ринго. Ринго Стар. И Джон. Джон. Ленин. Хрен с ним, пусть будет Ленин. Спасибо большое, Дианочка. Спасибо. Стоп. Что за балаган, а? Кто вы вообще такие? Кто мы такие? Мы рок-группа Арзамас 16-й. Так, почему 16-й? 17-й. Давай, Лёха! У нас кривой барабанщик вообще сегодня. Простите, пожалуйста. Я кривой барабанщик. А ты кривой барабанщик. Я ухожу из группы. Я ухожу из группы и забираю с собой аккордеон.
Давай, давай. Лёх, ты что, обиделся? Да, Лёшка, как? ты расслабься, ну. Ты что, мы же... Давай обнимемся, мы же одна команда. Ты что, веселей давай. Ну подумаешь, господи, палочку уронил. И Киркорова вон, вообще микрофон на сцене включился. Ничего, спел человек. Не знаю, Киркоров, ну, всегда так меня обижает. Что ты? Ничего. Не ссорьтесь! You gotta be cool guy! Не ссорьтесь! You gotta be cool guy! Именно это является темой моей проповеди, которую я заканчиваю каждое свое шоу. Every weekend! Почему столько людей в зале? Anybody tell me why? Почему столько людей в зале? Why? Где еще двое? Where the other? Этот человек тоже был плохим. He was a bad. Но он пришел к нам. Как вас зовут? Юра Шатунов. Не гордись этим. Не гордись этим. And don't be proud of that. Возьми смех. Take the light. Возьми смех. Turn to light. Возьми смех. Take the light. Откроем книгу. Стих второй. 40 лет водил Моисей свой народ по пустыне. Это единственный случай в истории, когда евреи повелись. Wow, yeah! Hallelujah! 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 И еще. Американцы — это такая нация, которой нечего сказать и которая хочет поговорить об этом. Wow, yeah! Уходите. Go out. Уходите и помните. You gotta remember. Юрий Шатунов. Юрий Шатунов. Американцы. American. Евреи. Евреи. Для тебя. Ты не придешь, я знаю, и продлится опять одинокий мой путь. Юрмальский день растает все, что было с тобой. Что может быть безумней, чем обещать любить и от любви сгорать, но только без тебя. Следующая команда. Порчу, попадание в галоконцерт по фотографии. Гарантирую президентские решения в полуфиналах. Верну любимого в линейку.
Но я в вас верю. Я видел вас в будущем. Москва, вперед! Все ж так реально, когда Москва вперед, а? Бойс, не золотые Сочи. Бойс, обычная Москва. Да, Москва! Бойс, встречают по одежке. Ну вот, посмотрите, только мы вышли на эту сцену, сразу же видно, что нас москвичей не любят, а? Прикинь, всем командам аплодировали, а нам хлопают. Да-да, Толик, еще знаешь, что расскажи? Что за дурацкая связь? Еще расскажи вот это вот, что мы москвичи зажрали, что у нас там типа денег смешно, дофига. Да, смешно. В общем, если так дальше дело будет продолжаться, мы просто больше не приедем в Сочи, а поедем куда-нибудь в Тулу. О, в Тулу поедем! Не-не-не, в Тулу небось виза нужна. Да не нужна вроде в Тулу виза. Нет, а вдруг нужна? Да не нужна в Тулу виза! Ну началось! Люди живут в пределах Садового кольца. Виза в Тулу нужна, что вы спорите? Позвоним в посольство Тулы и узнаем, нужна или не нужна. Я что-то не рассказывал вам. У меня на днях день рождения был. Ну, посидели нормально, в узком кругу. Без пафоса, без понтов. О, все понятно. Не-не-не, Киркоров был. Да. А теперь мы хотим поблагодарить нашего спонсора. Спасибо, пап. Чувак, ты красавчик, я лучше был. О, Дианка! Какая у тебя ямочка прикольная. Это рот. И, между прочим, не Диана, а Даяна в честь роз. А мои родители решили так. Какое первое слово папа скажет при зачатии? Так меня и назовут. И как тебя зовут? Гул. Да. А я в школе эротичнее всех одновременно показывал Арктиду и Берлин. Ты в школе эротичнее всех? Да, ну давай, ты ученица географии, да? А я. Ну, попроси меня показать Антарктиду и Берлин. Харламов. Да, Мария Ивановна. Покажите нам, пожалуйста... Что вам показать, Мария Ивановна? Покажите, пожалуйста, Антарктиду и Берлин. Ага, ну вот она. Вот здесь у нас Антарктида, Мария Ивановна. Хорошо, вот а где Берлин? А Берлин? Гарри. В эфире международная панорама. Добрый вечер. Российскими таможенниками задержана крупная партия циркония с документами на имя Вахтанга Кикабидзе. Как утверждает сам Кикабидзе, все 400 тонн циркония – это браслеты для друзей. И, наконец, вчера вечером житель Москвы Геннадий Петрович увидел свет в конце тоннеля. Когда он услышал звук в конце тоннеля, было уже поздно. А теперь встречайте, Гордон в полночь. Я думаю, что модуляция в квазипространстве по оси аутоконъюгации гипертрофируется в инсуклидность второго порядка гипоталамо-моталогических узлов мускула стерна клейдомаста и демуса. Понимаете? Нет. А, да-да-да-да-да, гипоталамо-моталогические узлы мускула стерна клейдомаста и демуса. Ребят, я поняла, в КВНе все взаимосвязано. Вот посмотрите, на фестиваль КВН в Сочи прилетели ребята со всей страны и надеются на чудо. А на днях чудо приехало. И надеется на ребят. Стойте! Остановитесь! Опомнитесь! Вы хоть понимаете, где вы находитесь, а? Это же фестиваль КВН. Вы хоть знаете, что такое КВН, девочка?
клуб веселых и находчивых. Ка! Александр! В! Васильевич! Н! Масляков! Но, по-моему, здесь всего одно случайное совпадение. В. Васильевич. Что? То есть ты хочешь сказать, что Александр Васильевич Масляков и КВН? Это случайное совпадение? То есть ты хочешь сказать, что аншлаг случайно заканчивается на Г? То есть вот это вот ты хочешь сказать нам с Александром Васильевичем. Ну что ж, вот и подошел к концу очередной фестиваль в Сочи. И пусть все мы разные, москвичи и все остальные, кто живет в Москве, но тем не менее есть одна очень добрая традиция, чтобы вернуться в Сочи, бросить в море монетку. Ой, а у меня только кредитная карточка. Ой, Диана, ну подойди к морю, проведи вот так вот карточкой по воде, и все, поехали! Поехали! Что ты? В Москве завершился Кубок Кремля, и у нас репортаж с финального матча. Итак, обзор. А! 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 Ага! Out, Miskina wins. Woohoo, woohoo! Hurrah! Hurrah! No, hurrah! В эфире новости. Театр Романа Виктюка выдает справки, освобождающие от армии. А у нас в эфире программа «Учим вьетнамский». Ведет ее начальник РУВД Черкизовского района майор Щебло. Итак, учим вьетнамский. Нихауа! Здравствуйте. Нихауа! Здравствуйте. Мэйюянь! У вас есть лицензия на торговлю? Мэйюянь! У вас есть лицензия на торговлю? Моби вахай ха. Я два раза повторять не буду. Моби вахай ха. Я два раза повторять не буду. Малю ченси. Сколько человек живет в этой коробке из-под телевизора? Тмагаваха. Здесь телевизор, мы переехали.
Виталин. Возьмите джинсы для вашей дочери. Now. Осень. Сухао таке. Лучше куртку. Алло, алло. Не слышно, ребят, тише, тише. Алло, алло. А, котенок, привет. Что с хвостом? Как блохи? А мы представляем вам архивную стенограмму суда над Джордано Бруно. Итак, Джордано Бруно? Бруно. Вы утверждаете, что земля какая? Круглая. Ересь какая. Ой. Ой. Слушайте, даже не знаю, что с вами делать. А знаете вот что? Давайте вы меня сожжем. Вот и подошло к концу приветствие команды КВН «Незолотая молодежь». Уважаемые болельщики Пятигорска и Сочи, мы соперники ваших любимых команд, но давайте не забывать, что мы команда столицы вашей родины. Уважаемые болельщики белорусов, мы команда столицы не вашей родины. Анатоль, не зарекайся. Ну да. И, наконец, уважаемые болельщики Кении, Эфиопии, Танзании, Индии, Китая, давайте не забывать, что мы с вами из одного города. Ведь мы все друзья. Конечно. Где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, друг всегда с тобою. И это хорошо, если ты вдруг на сцене забыл свою роль. Друг поможет тебе. Ему-то не впервой, если ты вдруг задумал до финала дойти. Друг поможет тебе, он пойдет впереди. Быть командой не просто, но уверен, всегда со спиной поют они. Над Москвой рекой свет не зала. Самых гениальных изобретений человечества – это реклама. Все мы знаем, что она двигатель торговли, но мало кто знает, что реклама – двигатель истории. Итак... Ты молод и энергичен? Тебя зовут Моисей? Это твой шанс! Собери свой народ в Египте, придумай ему смешное название. И тогда, если тебе повезет, ты выиграешь 40-летний пеший тур на курорты Красного моря. Здравствуйте, светлейший фараон. Это операция «Тайт» или «Неферчение»? Вы все еще не фертите? Тогда мы идем к вам. Ты молод, кучеряв и любишь музыку? Сочини от 1 до 25 сонат. Лиши себя слуха. Умри в нищете в Лейпциге. И тогда, если тебе повезет, твоим именем назовут голливудский фильм про собаку. Если ты страшно далек от народа, собери своих друзей на Сенатской площади, придумай царю смешное название, разбуди Герцена и выиграй увлекательную поездку в Сибирь на двоих с женой. Если тебе повезет, конечно. Тебя зовут Казимир? Хочешь, чтобы твой постер висел в Третьяковке? Это твой шанс. Нарисуй черную шахматную клетку Е3. Придумай ей смешное название.
И тогда, если тебе повезет, это назовут картиной. А мы прервемся на рекламу. Сигареты Петр Первый. Проруби окно в легких. Хочешь выиграть однокомнатную мраморную квартиру на Красной площади? Собери рабочих и крестьян на Финляндском вокзале. Придумаем смешное светлое будущее. Научись писать молоком и лепить из хлеба всякую фигню. И тогда, если тебе повезет, то не повезет всем остальным. Тебе надоел трактор? Ты чувствуешь, что Ставрополье — это не твое? Отлично! Собери 15 республик, придумаем смешное название и пошли их по адресу... А хотя нет, просто пошли их! И тогда, если тебе повезет, ты получишь незабываемый отдых в Крыму. Ты устал? Ты хочешь уйти? Мы тоже устали! Мы тоже этого хотим! Ты владеешь иностранным языком? Ты любишь спорт и живешь в Питере? Отлично! Найди в Москве веселого теннисиста! Расскажи ему о своих планах. И тогда, если тебе повезет, ты получишь как минимум 4 года поездок по Москве без пробок. Тебя зовут Джордж, и твоего папу зовут Джордж. Придумай смешной повод про химическое оружие. Собери 5000 морских пехотинцев. Пришли их по адресу Багдад, президентский дворец, строение 1. И, возможно, ты получишь в подарок дешевую нефть. И, наконец, самая главная рекламная акция. Собери команду. Придумай смешное название. Получи 6 одинаковых оценок, и тогда... Если тебе повезет. Ты получишь путевку в финал на двоих. Спасибо. Зарисовки о Москве. Что Москва – театральная столица. Здесь не только работали, но и отдыхали знаменитые режиссеры. И у нас редкие кадры. Станиславский на охоте. Не верю! Итак, у нас на связи в прямом эфире наш специальный корреспондент Антон Верницкий. Антон? Да, Татьяна. Антон, где вы находитесь? Вы знаете, Татьяна, пока, к сожалению, не очень понятно, где мы находимся. Татьяна? Отходит. Вы знаете, Татьяна, как я уже говорил, пока не очень понятно, где мы находимся, и не очень понятно, что происходит. Татьяна? Антон, что-нибудь видно с того места, где вы находитесь?
А вы знаете, Татьяна, ничего... А нет, вот да, что-то... Да-да-да, Антон, да. А нет, это дерево. А, Татьяна. Спасибо, Антон, на связи был наш специальный корреспондент. А, Татьяна, да-да-да, Антон. Не специальный. Я обычный корреспондент, я просто делаю свою работу. Спасибо, Антон. Я люблю новости. Спасибо. А у нас реклама. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию новое сверхмощное снотворное. Действует моментально. Достаточно положить его под язык и запить водой. Из жизни московской театральной богемы. Народный артист, лауреат и дипломант Иван Сергеевич Птусский приглашает на уроки актерского мастерства. Смотрим. Иван Сергеевич, здравствуйте. Да-да. Здравствуй, дружочек. Ну что? Получил роль. Что за роль? Ох уж этот Епиходов. Замечательная роль. Я играл. А, я видел, как вы играли. Я играл. Ну что же, давай посмотрим. Я всю ночь репетировал. Пожалуйста. Да. Ну. Ох уж этот Епиходов. Ну, это полная фигня, да, понимаешь? Согласен, Иван Сергеевич, сейчас. Это полная фигня. Первый раз делаю, Иван Сергеевич. Так, давай-ка сейчас поищем вместе. Давайте, да? Ну как, ох уж этот Епиходов. Епиходов. Где глубина? Епиходов. Ну, что ты делаешь? Епиходов. Ну, это же писал кто-то, ну. Конечно, сейчас. Ох уж этот Епиходов. Что ты делаешь-то со мной, бездарь? Давай. Ох уж этот Епиходов, давай. Епиходов. Ты что ты делаешь со мной? Давай. Глубина. Что такое? Епиходов! Епиходов! Поймал. Епиходов! Боже, я вижу тебя! Боже мой! Молодец! Ну, давай! Епиходов! Я вижу тебя везде! Я вижу тебя на афишах! Я вижу тебя в газетах! Один! Ну, давай! Епиходов! Что, звезду поймал? Иван Сергеевич, да что? Ну, только что был Епиходов! Согласитесь, очень тяжело рассказать вам о Москве за какие-то 5 минут. Другое дело за 5 баллов. Это... Как ты сказал 5? Как ты сказал 5? Звездок поймал! Покажите мне Москву, москвичи. Приезжай сюда и сам посмотри. Ну и музыкальный конкурс. Не золотая молодежь. Сегодня мы будем говорить о любви. Я встретил ее в парке Горького. Я шла, покачиваясь, после аттракциона «Сюрприз». Я тоже был, мягко говоря, после выпускного. Спустя неделю я познакомила Толика со своей мамой. И он тут же пообещал ей, что женится на мне. Угу, оставив в залог свой паспорт. Тем не менее, я не перестал встречаться с Дианой. Потом я узнала, что он курит. А потом я узнала, что он курит. И мы расстались. Мы встретились, но уже через год, кстати, в том же парке Горького. Стоял январь. Играл духовой оркестр. И это в минус 40 градусов. Отлично. Так. А, запить. Ну, о, иней. О, Господи, это что?
Так, значит, опять употребляем на рабочем месте. Нет? Ну-ка ты, иди сюда, иди, 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 иди сюда. Угу. Ну-ка, дыхни. Со мной. Я как-то пытался развлечь ее. Купил билеты в большой, в императорскую ложу. Не ложу, а кладу. Он был немного провинциален для меня, коренной бакинки. Жаль было расставаться, ведь мы любили друг друга весь первый курс. Точнее, я любила его, а он весь первый курс. Теперь наши отношения напоминали старую добрую песню. Мы поем эту песню уже 27 лет. Мы бы спели другую, но другой просто нет. Мы поем ее в банях и в военных частях. Наши руки устали вечно делать вот так. Застрелиться хотели, так достал этот хит. Мы ненавидим все на свете, отныне нас от слова welcome тошнит. Но на прошлой неделе подошел к нам чувак, заказал ее снова, и ему не откажешь никак. Новый губернатор Калифорнии, ну попробуй ты ему откажи. Новый терминатор Калифорнии, вот такой мужик, вот такой мужик, вот такой мужик. Уважаемые калифорнийцы, если вас кто-нибудь обидит, тому я оторву голову. Поэтому не обижайте друг друга, иначе пострадают все. Недавно я как терминатор был в будущем. Ну как в будущем? В марте. Поздравляю вас, Владимир Владимирович. Yeah, guys, all right, all right. That's good. Наконец, в третий раз мы встретились с ней посреди Кутузовского проспекта. Она даже не сразу узнала меня на капоте своего автомобиля. Сквозь лобовое стекло я увидела до боли знакомое лицо. Навестить меня в больницу они пришли вместе с мамой. И от радости у меня на глазах навернулись с лестницы. Однажды Толик подошел ко мне и спросил. Диана! Спросил меня Толик. Ты любишь «Матрицу»? Нет. Ответила Диана. Я люблю Чарли Чаплина. И мы пошли в кино. Мало кто знает, что в первую «Матрицу» снял Чарли Чаплин. Thank you.
так мы и жили. Встречались, расставались. Однако последние 2 месяца мы не расставались. Полуфинал все-таки. Вот такая вот вечная любовь. Песен о любви немало на земле. Но есть одно предание во мгле, как поцелуй душу греет мне. Осень над Москвой, и кажется весь мир укрыт листвой, и в этой сказке хочется прожить день и еще всю жизнь. Свой оставить след, чтоб кто-то вспомнил через сотни лет, что были, мол, такие на земле, чуточку странные, уже без имен. Финалистам посвящается! Есть город, который я видел во сне, он весь золотой и блестящий, но летом здесь жителям нечем дышать. Здесь душно, здесь смог настоящий. Все едут на отдых пьянящий. У Черного моря есть горы, которых количеством 5. И если у вас есть веревка, есть, то очень прикольно на них залезать. Под ними течет газировка. Перье, дозировка. Ученые в шоке. Есть город, не город, университет. Союз нерушимый, прекрасный. Идет с поздравлениями весь факультет. 5 лет здесь прошли не напрасно. Его разноцветное счастье. У черного красный. Есть город, в котором большая страна на несколько стран разделилась. Запомнится всем Беловежская пуща твоя. Ведь мы в этой пуще лишились пол Черного моря. Есть город, в котором люблю отдыхать, курорт мирового значения, где я не позволю вам мне помешать, когда принимаю решение не портить мне настроение. У Черного моря. Повсюду шансоны попса, нам хочется снова и снова услышать знакомые всем голоса. Вертинский, Шаляпин, Орлова, Козловский, Шушенко, Наосов, Бернес и Утесов. А есть еще город, который всегда по этим вот самым билетам любой человек попадет без труда. Город, которого нету.
реальным вполне президентом.